Купят сено. Обращайтесь по телефону 8 950 308 0010. Сантехника, электрика, мелкий ремонт. Телефон 8 912 113 56 01. Предприятию требуется специалист по охране труда. Обращайтесь по телефонам 7 69 22 и 7 72 12. В дежурную часть ЧОП-щит требуется охранник 4-6 разряда, оперативный дежурный ПЦН. Требования: коммуникабельность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, уверенный пользователь ПК, наличие водительских прав категории Б приветствуются. Контактные телефоны 737-52, 735-52. Организации требуются механик и старший помощник капитана. Обращаться вы можете по телефону 8 912 556 15 83. Отдел вневедомственной охраны по городу Печоре предлагает следующие виды услуг. Охрана объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации по городской телефонной линии 10 рублей 47 копеек за час охраны. По каналам GSM и интернет 9 рублей 80 копеек за час охраны. Охрана объекта с помощью охрано-пожарной сигнализации по городской линии 22 рубля 4 копейки за час охраны. По каналам GSM и интернет 20 рублей 64 копейки за час охраны. Охрана квартир граждан и мест хранения имущества граждан с помощью охраны сигнализации по городской телефонной линии 400 рублей в месяц. По каналам GSM и интернет 310 рублей в месяц. Охрана квартир граждан и мест хранения имущества граждан с помощью тревожной сигнализации без приобретения дополнительного оборудования и монтажа по каналам GSM и интернет 67 рублей в месяц. Скорая юридическая помощь. Подготовка по предметам: правоведение, юриспруденция, общая подготовка к экзаменам и так далее. Адрес офиса: улица Московская, 27А. Телефоны 40271 и 8 904 868 04 74. Вниманию населения! В Республике Коми работает бесплатная горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевидение 8 800 282 12. На номер горячей линии можно оставить заявку на оказание волонтерской помощи с подключением оборудования для приема сигнала цифрового телевидения. Уважаемые печерцы, если у вас закончился межпроверочный интервал счетчиков холодного и горячего водоснабжения, компания МС Ресурс выполнит проверку приборов учета с продлением сроком службы на период от 4 до 6 лет. С регистрацией документов ресурсоснабжающих организаций ТСК, ТЭК, Горводоканал, Коми-тепловая компания. В случае неисправности счетчика проверка не оплачивается. Возможна замена счетчика с ампломбировкой и регистрацией. Телефоны для заявок 8 912 954 25 65 и 4 25 65. Разместить информацию в программе телегазета вы можете, обратившись в Центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.